Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем, точнее, оканчиваем наши беседы на книгу «Судей», и сегодня мы читаем 21 главу этой книги. «И поклялись израильтяне в Массифе», то есть после того, как они разбили Вениамина, говоря: «Никто из нас не отдаст дочери своей сынам Вениамина в замужество». То есть они решили, что вот это колено, оно должно вымереть, чтобы ничего от них не осталось. И это, конечно, был опрометчивый обет, потом они сами будут об этом сожалеть. «И пришел народ в Дом Божий, и сидели там до вечера пред Богом, и подняли громкий вопль, и сильно плакали, и сказали: Господи Боже Израилев, для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена?» Здесь мы видим, что вот этот обет, который они дали в Массифе, он был поспешный, потому что буквально через некоторое незначительное время они вот сидят и плачут. «Для чего случилось это в Израиле, что не стало теперь у Израиля одного колена? На другой день встал народ поутру, и устроили там жертвенник, и вознесли все сожжения и мирные жертвы, и сказали сыны Израилевы: кто не приходил в собрание пред Господа из всех колен Израилевых? Ибо великое проклятие произнесено было на тех, которые не пришли пред Господа в Массифу, и сказано было, что те преданы будут смерти. И жалились сыны Израилевы над Вениамином, братом своим, и сказали: ныне отсечено одно колено от Израиля. Как поступить нам с оставшимися из них касательно жен, когда мы поклялись Господом не давать им жен из дочерей наших?» Всех женщин, девушек из колена Вениамина уничтожили. Эти мужчины прячутся в пещерах на горе, оставшиеся из колена Вениамина, и колено рискует просто пропасть, потому что израильтяне дали обет пред Богом не давать им невест. «И сказали: нет ли кого из колен Израилевых, кто не приходил пред Господа в Массифу?» То есть, которые не дали вот этот обет. «И оказалось, что из Иависа Галаадского никто не приходил пред Господа в стан на собрание. И осмотрен народ, и вот не было там ни одного из жителей Иависа Галаадского. И послало туда общество 12 тысяч человек, мужей сильных, и дали им приказание, говоря: идите и поразите жителей Иависа Галаадского мечом и женщин и детей». Ну, за то, что не пришли для того, чтобы вместе напасть на Вениамина, но в то же время тут был и замысел какой-то. Потому что Бог не попускает зла, не имея намерения его обратить в добро. «И вот что сделайте», – дали наказ: «всякого мужчину и всякую женщину, познавшую ложе мужское, предайте заклятию, а девиц оставляйте в живых». И сделали так. «И нашли они между жителями Иависа Галаадского 400 девиц, не познавших ложа мужского, и привели их в стан в Силом, что в земле Ханаанской». А вот это напоминание, что это в земле Ханаанской. Для чего? Опасно, когда верующие ссорятся друг с другом в глазах язычников. «И послало все общество переговорить с сынами Вениамина, бывшими в скале Римоне», то есть в пещерах этой скалы, «и объявила им мир».
«Тогда возвратились сыны Вениамина к израильтянам и дали им израильтяне жен, которых оставили в живых, и женщин, и овиса Галаадского, но оказалось, что этого было недостаточно». Ну, там 600, а тут 400. И что происходит далее? Народ же сожалел о Вениамине, что Господь не сохранил целости колен Израилевых. И сказали старейшины общества, что нам делать с оставшимися касательно жен, ибо истреблены женщины у Вениамина. И сказали, наследственная земля пусть остается уцелевшим сынам Вениаминовым, чтобы не исчезло колено от Израиля. Но мы не можем дать им жен из дочерей наших, ибо сыны Израилевы поклялись, говоря, проклят, кто даст жену Вениамину. То есть возникла такая сложность. А евреи очень серьезно относились к браку. Например, неполная семья – это что-то недопустимое в Израиле. Например, если женщина вдовеет, и у нее дети, сироты, то детей забирают и отдают в семью родственника, где есть и папа, и мама. Или жена умирает у еврея, а он становится отец-одиночка. Нет, у него отбирают детей и отдают там в семью дяди этих детей, чтобы дети воспитывались в нормальной семье. Видели и папу, и маму, все как положено. Поэтому это был очень такой принципиальный вопрос. Они не могли оставаться так сами по себе. И вот было найдено решение. И сказали, вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, на юг от Ливоны. И приказали сынам Вениамина и сказали, пойдите и засядьте в виноградниках, то есть в засаду, и смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их жалобы к нам, мы скажем им, простите нас за них, ибо мы не взяли для каждого из них жены на войне, и вы не дали им. Теперь вы виновны. То есть это была такая хитрость. То есть они могли воровать, похищать невест, а судьи говорили, ну, мы вот не смогли для них найти невест, и вы им не дали невест. Вы тоже виноваты в чем-то перед ними. Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в хороводе, которых они похитили. И пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда, каждый в удел свой. То есть какая-то разобщенность. И вот в окончании этой книги фраза, которую мы уже встречали, хотя и в разном контексте. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливо». То есть в период, когда управляют страной многие, в стране воцаряется хаос. Как на Руси всегда боялись управления бояр, потому что каждый боярин будет мнить себя царем и требует то же, что мог бы требовать только один царь. Итак, книга Судей, как я уже говорил, она как бы вводит нас в книги царств. И в нашей Библии между книгой Судей и книгами царей – книга Руфь.
Но беседы по книге Руфин у нас уже с вами были. Итак, мы окончили сегодня изучение книги Судей. Берегите себя, храни вас Господь.